Фальшивые цитаты, которые так любят распространять пользователи соцсетей. Сегодня, например, на ура шла якобы от Бисмарка, первого канцлера Германской империи. Что же он действительно говорил, а что нет? Кто придумывает фейковые цитаты железного канцлера о России и Украине? И почему их так любят российские СМИ, особенно сейчас? Подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. Выдуманные цитаты – эффективный инструмент информационной войны. Особенно, если принадлежат они великим людям, которые сами уже ничего не могут опровергнуть. Как, например, железный канцлер Отто фон Бисмарк. В последнее время его часто цитируют российские СМИ и политологи. Мол, Бисмарк еще в 19 веке подумывал о расчленении Российской империи. И якобы говорил, могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины. Есть еще такой вариант. Для огромного тела Российской империи смертельна лишь одна операция – ампутация Украины. Мол, необходимо не только оторвать Украину от России, но и стравить их. Отто фон Бисмарк наверняка бы удивился, услышав собственное высказывание. Так же, как и удивились сотрудники его фонда, с которыми связались немецкие журналисты. Ученые, которые изучают наследие Бисмарка, говорят, по их данным, ничего подобного железный канцлер не говорил и вряд ли мог это сделать. Он был сторонником больших империй, да и слово «Украина» в европейском лексиконе появилось позже. Откуда взялись эти цитаты? Цитаты сказать сложно, в интернете они гуляют уже не первый год. Но почему их так часто вспоминают именно сейчас, понятно. Такие высказывания очень хорошо вписываются в кремлевскую байку о том, что Запад всегда хотел расколоть Россию, поссорить ее с Украиной. Сам же Бисмарк говорил. Татьяна Лагунова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала «Интер».